Левая фара Toyota Yaris, Toyota Vitz. Такая левая фара есть в наличии у меня. Toyota Yaris, Toyota Vitz. Посмотрите, такая ли фара установлена у вас. Такой ли вообще Yaris и так далее. В общем, сейчас я общим планом пока покажу. После чего буду показывать уже более детально. Или сперва лицевую сторону будем смотреть более детально. После чего будем смотреть крепление. После крепления будем смотреть уже обратную сторону, корпус фары. Здесь надпись Toyota, Япония написана. Это говорит о том, что это оригинальная фара. Сейчас отсюда буду показывать. Более детально будем смотреть лицевую сторону. Здесь у нас немного кусочков нету этих по пластику лицевой стороне. Так, первый итог давайте сделаем. По лицевой стороне есть немного маленькие дефекты. Вот здесь вот. Вот немного здесь и не хватает пластика. И все, других каких-либо дефектов по лицевой стороне нету. Так, теперь давайте я буду показывать крепление. Вот здесь вот крепление номер один, крепление номер два. Вот здесь вот крепление, здесь у нас, так ли должно быть? Да, здесь следов того, что что-то сломано нету, скорее всего так и должно быть. Далее, здесь есть. Здесь вот крепление сломано. Так, теперь давайте я покажу вам обратную сторону. В таком состоянии данная левая фара. На Toyota Yaris, Toyota Vitz.